Владимир Путин и Барак Обама проведут переговоры в начале следующей недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, встреча лидеров состоится на полях Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой президент России примет в понедельник. Последний раз Путин и Обама встречались около года назад на саммите АТЭС в Китае. Также ожидается, что во время Генассамблеи глава российского государства проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абе и генсекретарем ООН Пан Ги Муном.